Извини, я немного погорячился. Просто какое-то нехорошее у меня предчувствие. Все нормально, Ротан. Я тебя понимаю. Мне нужна помощь. Все, что в моих силах. Здесь какая-то огромная установка. Что мне нужно сделать, чтобы остановить вращающие кольца? Установка? Вращающиеся кольца? Ах да, кольца. Ты должен активировать 3 октопуса, чтобы получить доступ к центральной платформе, которая доставит тебя в основной туннель, ведущий к сердцу саркофага. Thank you.
На связи. Слушай внимательно и не перебивай меня. У нас мало времени, связь полное дерьмо. Когда ты окажешься в саркофаге, первым делом нужно активировать ключ. Для этого придется устанавливать кристаллы несколько необычным способом. Какие еще кристаллы? Не перебивай и слушай. Каждый кристалл аккумулирует огромное количество энергии. Поэтому не прикасайся к ним ни в коем случае. Ты должен использовать энергоудары, чтобы освободить эти элементы и установить их. После этого отправить дерроаккумуляторы. Что после этого, Горин? Что я должен сделать дальше?